информационной площадке Международного мультимедийного пресс-центра информационного агентства России сегодня мы начинаем пресс-конференцию, посвященную первому международному зрительскому кинофестивалю в Москве. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, генеральный директор «Москино» Светлана Максимченко и исполнительный директор журнала «Искусство кино» Владимир Кочерян. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в нашем пресс-центре. И, Светлана, я прошу для слова первой, микрофон включен, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Слышно? Да. У нас есть презентация, если можно вывести на экран. Светлана, скажите, пожалуйста, вот, почему на фестивале нет фильмов, вот, мы посмотрели сейчас о природе, об экологии, вот, ну, это как-то не специально было сделано? Смотрите, про программу, я думаю, что вам лучше как раз задать вопрос к журналу «Искусство кино» Антону Долину, потому что именно «Искусство кино» отвечало за формирование программы. Я думаю, что подбор, конечно, тем осуществлялся не потому, какие темы актуальны, а по тому, какое кино вышло, какое кино действительно лучше из фильмов прошлого года и те, которые выйдут сейчас, потому что у нас есть программа «Премьер», мы показываем фильмы лучшие, которые выходят. Это не значит, что нет кино на эту тематику, но, возможно, оно просто не лучшее с точки зрения кинематографа. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.